Друзья, всем привет! С вами Леся, и сегодня у нас будет видео о покупках из магазина Лента. И здесь будут как косметические покупки, так и бытовые покупки, ну, для быта, да? И почему я решила все это вместе показать? Просто по одной причине, потому что я приобретала продукцию именно 365 дней и продукцию Лента, именно их фирменные марки, поэтому, может быть, кому-то будет вот интересно узнать такой вот ассортимент. Единственное, девчонки, чек утерян, я его не нашла в пакетах, наверное, просто мы его не взяли. Давайте начнем с менее интересного. Есть вот такие вот полотенца от Лента, бумажные, 11 метров. Здесь у нас два слоя, два мотка полотенец, если так можно выразиться, да, вот так вот будет видно. А взяли вот такие вот. Так, девчонки, если интересно по продукции, то, что я пробовала, я сейчас скажу отзывы. Что не пробовала, уж извиняйте, может, вы мне скажете свои отзывы. Так, что еще? Взяла вот такой вот большой продукт, большую упаковку от Лента. Это средство для мытья посуды 900 миллилитров. Отлично отмывает в холодной и горячей воде. Я, кстати, терпеть не могу вот в горячей прям воде мыть все. Она у меня ближе к прохладной. Поэтому, когда я это увидела, я решила, нужно взять и пробовать. Они там разного цвета есть. Есть зеленый, еще какой-то. То есть это все не ограничивается вот именно одним видом. И достаточно бюджетное это средство, что-то рублей 115, мне кажется, стоило. Ну, прям я обратила внимание и взяла. Примерно буду цены называть, потому что точно уж я, девчонки, не помню. Ну, не знаю, посмотрим, как будет работать. Следующее, что меня очень заинтересовало, девчонки, так это капсулы. Капсулы от Лента, гелевые капсулы для стирки цветного белья. Здесь у нас 15 штук. Вот помню, что цена их 199 рублей. Вот такая вот капсула. Приятный аромат, антибактериальные добавки. Очень интересно попробовать, потому что цена, в принципе, как для капсул, достаточно приятная, поэтому... Ну, интересно. Я, кстати, предпочитаю в стирке только капсулы. Вот, все, только капсулы. Ну, на крайний случай еще жидкий порошок, но не сухой. Ну, капсулы, мне кажется, это, знаете, новый уровень стирки. Такой удобный. Взял эту капсулу, кинул в барабан. Не надо ничего измерять, вымерять и так далее. Пусть себе стирается. Так, еще взяли вот такие вот салфетки. Вот 365 дней. Салфетки влажные, детские, антибактериальные. Взяли для общего обихода, а может и для ребенка. Посмотрим. Честно говоря, я брала Лента, и они мне не понравились. Они были очень какие-то такие плохого качества. Такие, знаете, грубые, что ли, сами салфетки. Очень какая-то широкая сетка у них была. Ну, не знаю, были... Больше похоже не на салфетки, а не, непонятно на что. В общем, не понравились мне эти лентовские. Вот решила взять 365 дней. Хотя они дешевле, да, вроде кажется. Ну, посмотрим. В любом случае, как бы... Мы в быту постоянно используем влажные салфетки, поэтому как бы однозначно не пропадет. Так, что еще взяла? Взяла от 365 дней ополаскиватель для полости рта с экстрактами ромашки и календулы. Обожаю ромашку, обожаю календулу, что тут говорить. Не пробовала. Ну вот, кстати, в прошлые разы я не видела этого средства, что странно. Так, надо понюхать, как оно пахнет, хоть приятненько. Сейчас понюхаю. Ну, мятно. Так, прилично мятно пахнет. Ну, посмотрим. Посмотрим. Я ополаскиватели использую, но как-то, знаете, от случая к случаю. Не могу сказать, что прям на регулярной основе. По настроению куплю и куплю. Нет, и так нет. Так, следующее. Это пена для бритья для чувствительной кожи 365 дней. Решила ее попробовать. Стоила она бюджетно, может быть, ну, рублей 40, вот что-то такое, вот, ну, плюс-минус там какие-то рубли.
посмотрим, как она себя поведет. В любом случае, бюджетнее уж точно некуда. Так, следующее, что еще? Повторная покупка. Кстати, в двойном экземпляре я взяла гель для интимной гигиены. Раз. И два. Стоимость его то ли 43, то ли 44 рубля. Вот, ну, что-то типа того. Мне понравился. Сейчас я пользуюсь таким гелем, и он прям вот, ну, он классный. Он мне нравится по всем своим параметрам. Нравится сама вот упаковочка, прозрачный этот гель. Я ненавижу вот эти вот мутные гели, непонятной консистенции, полукремовые какие-то еще, если упаковка прозрачная. Ну, так мерзко выглядит все. Я вообще люблю более такие гелевые текстуры во всем. Мне нравится вот прозрачная упаковка, вот эти вот цветочки, такой сине-сиреневый оттенок. Единственное, конечно, вот не очень удобно вот это вот дело, фишечка вот эта вот. Если бы тут был дозатор, это вообще было идеальное средство. Ну ладно, за его цену, за его стоимость я это прощаю. И средство и густое, и рабочее, не вызывает никаких отрицательных реакций. Ну, нравится мне, поэтому я решила взять сразу два, потому что в ленте мы бываем не так часто. Еще повторные покупки – это мыло. Мыло жидкое мы используем для бытовых нужд, и у меня не осталось в запасе. Хотя вот сейчас в использовании, да, вот закончилось вот такое. Вот мыло, крем-мыло, антибактериальный эффект, экстракт календулы. Вот сейчас вот оно у меня закончилось. Приятный цветочный аромат, мыло такое как бы нежное. Муж сказал, что оно никакое, ну, может быть, в нем не хватает, да, какой-то более концентрации, что-то такого. Но мы его используем как для мытья ванны, для освежения ванны, и все, больше ни для чего. Поэтому какое-то супер дорогое мыло я даже не вижу смысла как бы покупать. И вот такое вот мыло у меня есть, сейчас нужно его достать и поставить в использование. Это жидкое крем-мыло, увлажняющее алоэ вера и увлажняющее молочко. Ну, то есть это мыло уже повторные покупки. Мне кажется, оно, хотя оно вот это вот кремовое, да, как я говорила, вот эта вот история, что не люблю кремовые продукты, но оно бюджетное, пахнет, в принципе, приятно, поэтому я беру. Так, еще я решила взять упаковку мыла туалетное детское. Здесь 4 кусочка по 75 грамм. Просто для использования дома, не для ребенка, ну вот просто, чтобы вы знаете, что мы покупаем кусковое мыло, моем ими руки, посмотрим, как оно будет работать. Раскисать, не раскисать, особо запаха я не чувствую. Ну, взяла. Ну и последнее, что я взяла, это от Ленты косметические ватные диски, двойная текстура, эффект прошитого края. Решила взять, пусть у меня будут. Сейчас в обиходе у меня 365 дней. Интересно, чем-то они отличаются или нет. Вот такие вот еще диски. Такие были, девчонки, у меня косметическо-бытовые покупки. Здесь, смотрите, только ленты и 365 дней. Может быть, вам будет интересно, что есть у них такой ассортимент. Я буду пробовать и в дальнейшем с вами делиться. Всем большое спасибо за внимание. С вами была Леся. Всем пока-пока.